de o mengele, mengele kışır, bir şekşırıbız. Biz uzası yılda mayak bulup, ğınır boyu balkıptırıbız. İsen misin demin bugün sizge, beyrem bilen gaziz analar, yıllar yırak bulsa, jırlar bilen, yakın ayır bugün oralar. Hayırlı gün bizden en kadirli konaklarımız, anilerimiz. Sizni barağızında bugün de beyrem, aniler günü bilen tebrik etemiz. Sizge uzun ömür, bahir, selametlik dilimiz. Şuşu beyrem günü kınırıgızga şartlı, tanıgızga sihatlik, üyüğüzga iminlik alıp gelsin. Durmuşlarınız matur, yüzleriniz küleş, bulsun kadirli aniler. На свете добрых слов немало, но всех добрее и важнее одно. Из двух слогов простое слово «мама», и нету слов дороже, чем оно. Добрый день, дорогие наши мамы! Мы поздравляем вас с самым светлым праздником – Днем Матери. Это праздник, которому никто не может остаться равнодушным. И мне от лица всех детей хочется сказать слова благодарности всем мамам, которые дарят нам любовь, добро, нежность и ласку. Без сна ночей прошло немало, забот, тревог не перечесть. Земной поклон вам всем, родные мамы, за то, что вы на свете есть. Для вас выступает ансамбль кураистов. Qorlar yawa, dünya bik yumart bugün. Bugün aniler beyrami, şuna köngilim şat menim. En qadirli kişilerni qadirliybiz, zorlıybız.
Шын көңілден һәммәгезне бәйрәм белән котлыйбыз. Мамочка любимая, родной мой человек, Богом ты хранима, будь на целый век. Пусть не доберется до ясных глаз печаль, пусть губ твоих коснется смех звонкий, как хрусталь. Басимова Чулпан һәм Шәһәттәрова Гүлнур башкаруында җыр. Бүген әни бәйрәме. Ял итегез. Ученики 5 класса с песней «Мамочка». Мамочка моя, день рождения! Мамочка!
раз выступает младший вокальный ансамбль с песней «Мама, будь всегда со мной». И куклу спросила. Танюшина мама с работы пришла. И Таню спросила. Тут бабушка, мамина мама пришла и маму спросила. Три мамы в столовой сидят, три мамы на дочек глядят.
Что с дочками делать упрямыми? За ветер, за воздух вокруг. Люблю тебя, мама, ты лучший мой друг. Алексей Максимович Горький писал: без солнца нет мира от матерей. Если вы хотите сделать маму самым счастливым человеком, поступайте так, чтобы она радовалась и с гордостью могла сказать: «Знаете, какие у меня хорошие дети!» Для вас выступает Растинова Камила. Бір деңгіз йок. Сенің үшін қойғыртушы әнең болу нендей зор бәхет ол. Оны яртылғына жетмей, оның қадірлерін білерге, сөзін тыңларға, яқшы оқуын қал ансамблін шақырабыз. Yeah.
песней «Полюшка». Пусян Бива. Thank you.
знаешь, все еще будет. Yeah.
саулык, әнкәйгә бер гомер. Исмагилова Ләйсән белән Шәрифьянова Альвина башкаруында башкорт кызлары биюе. Песни «Мамочка, милая моя». Құдай сізге жан тынышлығы, тән сихәтлігі, ұзын ғұмыр насып етсін. Мың-мың рахмет сізге әнкейлер. Яуғир қызлар бейуі бейрем ансамбілі башқарауында.
раз поздравляем вас, милые мамы. И пусть не покидает вас терпение, которое так необходимо сейчас вам всем. И пусть все восхищаются вашей красотой. Ведь вы самое прекрасное, что есть на земле. Вы самый красивый, нежный и благоуханный цветок в мире. До свидания. Слава Богу!